Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт романс» на стихи замечательной поэтессы Вероны Шумиловой. Композиция называется «Прощайте, мне пора уйти». Музыка исполнения Самуила Абрамовича из цикла «Ожившая поэзия». Прощайте, мне пора от вас уйти. Я оставляю в сердце мир любви, такой любви мне больше не найти, чтоб выполняла все мечты мои. А завтра, завтра буду я в пути, душа в тоске и колокол забьет. Но я наш мост решила развести. Сама выблегла, но мне в полет. А завтра, завтра буду я в пути, душа в тоске и колокол забьет. Но я наш мост решила развести. Сама бы легла, но мне в полет. Прощайте, видно это навсегда. Касаясь ваших стоп и грусть во мне, она останется со мною на года. Возвращаться в тишине. Мне жаль, потушена моя мечта, и в ней я к вам уже не прикоснусь. Каких любви ведь я сейчас не там. Рванусь и навсегда я удалюсь. Мне жаль, потушена моя мечта, и в ней я к вам уже не прикоснусь. Каких любви ведь я сейчас не та. Рванусь и навсегда я удалюсь. Прощайте, рыцарь мой, мне очень жаль вам не познать уже моей любви. Я увезу ее с собою вдаль. Прощайте, встречи все счастливые мои. Прощайте, рыцарь мой, мне очень жаль вам не познать уже моей любви. Я увезу ее с собою вдаль. Прощайте, встречи все счастливые мои.
Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович, музыкальная композиция «Экспромт Армаз». Прощайте, мне пора уйти. Стихи Вероны Шумиловой, музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия».